хорошо здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Все на документами пришли? Да. Ну, по-честному скажите, сколько ждать приходится? 15 минут. 15 минут? Хороший ответ. Это картотека наша. Здравствуйте. Паспортами. Сюда с центра подготовления приводятся документы. И здесь вот три оператора сидят, которые выдают документы. Ну, здесь вот все по алфавиту, чтобы был быстрый оперативный поиск. Никаких сборов сейчас за это не взимается. Нет. То есть вот все, что здесь люди получают, все бесплатно. Если говорить о каком-то мотиве, то через какое-то время все равно ведь за утрату там документов уже там, соответственно, у нас есть сборы там и так далее. Просто можно какой-то рубеж установить, но, может быть, пока этого и не надо делать. Здравствуйте. Что, будем кому-то вручать паспорта в торжественной обстановке? Давайте, с удовольствием. Позвольте вам получить российский паспорт. Спасибо. Удачи с новым российским паспортом. Спасибо. Поздравляю. Хоть точно не бывает, но не такие, которые были раньше, до того, как мы подразделение здесь разместили. Вот. Ну, хорошо, что разместили здесь подразделение. Хорошо, что все-таки мы прямо сюда выдвинули фабрику по производству паспортов, скажем так. Потому что если бы мы все таскали из других мест, там, я не знаю, из Краснодарского края или еще откуда-то, это занимало очень много времени. А что с планками паспортов прежнего государства происходит? В качестве сувенира, граждан остаются в качестве сувенира в том случае, если это сотрудники правоохранительного блока, если это госслужба, мы вкладываем в личные дела, передаем механизм здесь определенный. Ну ладно, хорошо.